36 новых автобусов приобрели для школьников в Алматинской области. На покупку общественного транспорта потратили более 2 миллиардов тенге. К слову, перевозка учеников была актуальной проблемой для ряда школ Талгарского, Илийского, Енбекши, Казахского, Карасайского и Жамбылского районов. Поэтому ключи от новых автобусов вручили руководителям отделов образования этих 5 районов. В Илийском районе у нас работают 51 школа средняя, в них обучается более 69 тысяч учащихся, и 11 тысяч учащихся ежедневно подвозится в 3 смены в 33 школы района. И не только района, а в ближайшие школы близлежащих районов и также города Капчагай. Поэтому мы очень рады сегодня получить ключи от 13 автобусов. Главное – это благополучие наших детей, чтобы они комфортно добирались и возвращались из школы, получая при этом качественное образование – это наша основная работа.